В эти дни продолжается неделя православной книги. Сегодня руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатериндарской епархии протоиерей Александр Игнатов встретился с учениками начальных классов Русской православной школы и провел для них экскурсию. Сегодня я хочу показать вам книгу, выставку книжную, которая называется «Вначале было слово». Вначале было слово, и слово было Бог. Какого года эта книжка? 1900. Это сколько ей лет? Кто скажет? 121. Молодец. Для нас она сокровище духовное. Если мы ее откроем, а так как на ней, посмотрите, даже обложка была деревянная, видите? Это потом она была обтянута кожей. Сейчас книг таких толстенных нет, правда? А что по содержанию в этой книге находится? Это требник. Как правильно крестить? Как соборовать? Как отпевать? Во время экскурсии ребята увидели старинные богослужебные книги конца 19-го, начала 20 века, чудом сохранившиеся до наших дней. Отец Александр рассказал ребятам, что раньше учили читать по псалтыри и по священному писанию. Сказал о том, что старая книга сохраняет не только время, она сохраняет глубину веры, что книга живет, она передает смысл, который был для наших предков великим значением.